После очень холодного сентября и начала октября, когда в некоторых регионах страны даже выпал снег, в мягкий октябрь трудно было поверить. Казалось, тепло продлится пару дней и вернутся проливные дожди с пронизывающим ветром. Но природа решила побаловать напоследок. По словам синоптиков, этот октябрь на 5-9 градусов теплее климатической нормы. Метеорологи утверждают, что этот октябрь превосходит все ожидания. Новые температурные рекорды фиксируют практически ежедневно. Такого теплого октября не помнят за всю историю метеонаблюдений. Учитывая практически полное отсутствие осадков и температуру до плюс 20, можно смело говорить о том, что в Гродно золотая осень и бабье лето в самом разгаре. До конца текущей недели, по данным синоптиков, комфортная погода будет сохраняться. В четверг и пятницу ожидается без существенных осадков. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, максимальная днем плюс 15-18 градусов. В субботу также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, днем плюс 15, плюс 20 градусов тепла. Однако не стоит затягивать с распаковкой теплых зимних вещей. Уже со вторника наступит похолодание, и температура существенно понизится.